Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Откроется любая дверь. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Иногда бывает так, что несмотря на усилия, у человека не получается добиться желаемого. Как будто невесомая сила сдерживает, не позволяя продвигаться туда, куда очень хочет попасть человек. После нескольких неудачных попыток. Некоторые люди списывают неудачу на судьбу и ставят перед собой другие цели. Но есть и те, кто продолжает пробовать в надежде, что заветная дверь все же откроется. Тому, кто оказался в такой ситуации, можно сделать старинный ритуал магии на открытие любой двери. Под дверью, естественно, подразумевается любая неподдающаяся цель. Место работы, должность, взаимность от определенного человека, высокая планка в бизнесе и так далее. Было выявлено, что лучше всего результаты этой практики у тех, кто делал на растущую луну. Поэтому я все же рекомендую проводить ее именно в этот период цикла. Для этого пойдите в магазин и купите маленький навесной замок. Вечером этого же дня разложите замок и ключи на столе. Уберите яркие источники света, посторонние звуки, зажгите свечи, настройтесь на ритуал. Вы не должны спешить или переживать, что что-то не получится. Делайте все действия спокойно, не торопясь. Итак, возьмите ключ, откройте им замок с такими словами. Что ни дело выберу, то себе подчиню. Ключом любую дверь перед собой отворю. Истина. И этот ключ отложите в сторону. Возьмите второй ключ, им закройте замок, приговаривая. Навеки заперто, навсегда закрыто. Неудачам и проблемам пути перекрыты. Первый ключ, которым отпирали замок, нужно носить в кармане верхней одежды. А вторым, который закрывали, нужно закопать в землю. Все. Третий ключ, который есть в связке, перед ритуалом его нужно просто убрать. Он лишний, его использовать не нужно. Сам замок нужно хранить дома в тайном месте, но никогда не использовать по назначению. Таким образом, вы будете добиваться своей цели. Когда ваша цель достигнута, замок нужно обязательно отнести и закопать. И если вы будете ставить перед собой высокие цели, снова покупаем замок и делаем то же самое. И после такой практики вы обязательно добьетесь больших успехов.